Здравствуйте, на канале ФКТ «Время новостей». О событиях понедельника, 27 марта, вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габешия. В ДТП погибли женщина и ребенок. Авария произошла в завокзальном районе на улице Титова. Хлеб-соль, гармони, красная дорожка. В Сочи прибыли и российская, и бельгийская сборные по футболу. Дом культуры на КСМе будет отремонтирован в этом году. О реконструкции социальных объектов главе Сочи доложил его заместитель по строительству. Кубанская весна улыбнулась россиянкам. В финале международного турнира они обыграли сборную Белоруссии. Краснодарский край и Япония могут стать партнерами. Планируется, что на японско-российской встрече, которая пройдет в апреле, в Москве две стороны заключат меморандум. Это позволит развивать отношения между краем и страной восходящего солнца в области культуры, спорта, экономики, науки и туризма. Об этом сегодня говорили губернатор Вениамин Кондратьев и чрезвычайный полномочный посол Японии в России Тоёхисо Кадзуки. У края и представителей азиатского бизнеса есть приоритетные направления для сотрудничества, отметил глава региона. Одно из них – сельское хозяйство. У нас множество различных возможностей. В первую очередь обмен опытом и технологиями в области выращивания риса, соя и бобовых. То есть, да, мы сегодня тот регион, который в прошлом году собрали 1 000 000 тонн для нашего края. Это второй раз тот прорыв, который был первый раз достигнут в советское время. Ну и сегодня мы идем по максимально интенсивному пути выращивания риса. И, конечно, в первую очередь нам нужны тоже технологии, чтобы его было не просто много, чтобы он сохранил свое качество. Внешний торговый оборот между Краснодарским краем и Японией сейчас небольшой. В прошлом году он составил около 29 миллионов долларов. В основном регион экспортировал злаки, топливо и нефтепродукты. Но интерес японских бизнесменов в Кубани растет. И это еще раз говорит о том, что в крае создан благоприятный инвестиционный климат и условия для ведения бизнеса. Одна из основных целей нашей бизнес-миссии заключается в поиске возможностей для укрепления японо-российского бизнеса в сфере сельского. Я вижу, что есть много совпадений, интерес совпадений, возможностей. И, конечно, я человек, который поддерживает содействие вот в вашем крае. Могу смело вас заверить, что у нас есть потенциал. Поэтому, конечно, любые способы, которые нам помогают достигать результативности или реализации, конечно, будем использовать. У нас очень важен опыт Японии в альтернативной энергетике, возобновляемых источников энергии. Мы используем сегодня, в том числе, передовой опыт Японии для того, чтобы мы не отстали, а чтобы найти партнеров, которые нам помогли сегодня не отстать. Это, наверное, очень важно сегодня вовремя найти друг друга. То, что сегодня, конечно, мы и делаем. Делегацию из Японии интересовали и курорты Краснодарского края, туристические направления, достопримечательности. Представители бизнес-миссии уже побывали в Сочи в феврале на российском инвестиционном форуме. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. 28 марта в Сочи возможно усиление ветра до 13-18 метров в секунду с порывами до 24 метров в секунду. В случае возникновения ЧС администрация города просит звонить с мобильного по номеру 010. Ну а теперь о главном спортивном событии этой недели – товарищеском матче «Россия-Бельгия». Он состоится на стадионе «Фишт» 28 марта. Эта игра станет одновременно и открытием спортивной арены после реконструкции. Накануне в Сочи прибыли игроки российской сборной. Они прилетели после прохождения стандартной допинг-проверки в канун летнего Кубка Конфедерации. Хлеб да соль, звуки гармонии, народные песни и красная дорожка прямо на взлетно-посадочной полосе. Болельщики простили обидное поражение Кот-д'Ивуару в товарищеском матче в Краснодаре. И Сочи принял российскую сборную как самых дорогих гостей. Дань традиции отдал наставник команды, а вот сами спортсмены, судя по всему, оказались не голодны. Футболисты просто отворачивались от каравая. А вот кто оценил встречу, так это болельщики бельгийской сборной. Каждый гость отведал хлеб-соль, а под русские народные песни даже пустились в пляс. Фанаты раззадорились настолько, что сами захотели ничьей в грядущей товарищеской встрече. Это дружеская встреча, и команда России – наши друзья, и их болельщики тоже друзья. Мы ждем хорошие игры между ними на чемпионате мира в следующем году. А в товарищеском матче мы даже не против таких результатов, как 2-2 или 3-3. В общей сложности официально и организованно поддержать сборную Бельгии прилетели 35 фанатов, так что большинство болельщиков на стадионе «Фишт» будут россияне. Ожидается аншлаг. Все билеты проданы. Вся инфраструктура, стадион «Фишт» полной готовности.
Поэтому надеяться только остается, чтобы наша команда показала отличную игру и подарила радость 40 тысячам болельщиков, которые будут впервые на стадионе «Фишт» уже как новой футбольной арене смотреть за этим матчем. Игра «Россия-Бельгия» 28 марта станет своеобразным открытием реконструированного стадиона «Фишт». Начало встречи запланировано на 19 часов. Рената Шипулина, телекомпания «ФКТ». 28 марта изменится схема движения транспорта в Олимпийском парке. Связано это с проведением товарищеского матча «Россия-Бельгия» на стадионе «Фишт». Новая схема начнет действовать с 15 часов и затронет по большей части работу общественного транспорта. Автобусы не будут заходить в Олимпийский парк. Конечная остановка расположится возле железнодорожной станции и Меретинский курорт, как это было во время зимних игр в 2014 году. Там зрители будут встречать волонтеры и сопровождать до стадиона «Фишт». Для тех же, кто планирует воспользоваться личным транспортом, в Олимпийском парке работают парковки, правда, в ограниченном количестве. Кроме того, они в основном будут платными. Стоимость одного места от 100 до 500 рублей. Основным же средством доставки зрителей станут пригородные электропоезда «Ласточка». Добавлен подвижной состав, так что с 15 часов они будут курсировать в среднем каждые 15-20 минут. С тем же интервалом электрички будут возвращаться в город после окончания матча в период с 21 часа до полуночи. Добавлю, что на линии увеличится и количество автобусов. Интервал движения составит меньше 10 минут. Для удобства жителей и гостей курорта власти Сочи рекомендуют отдать предпочтение общественному транспорту. Готовятся к матчу и болельщики, и волонтеры. В городском волонтерском центре прошли подготовительные курсы. Какие задачи перед добровольцами поставили в этот раз, расскажем далее. Социальная активность, толерантность, альтруизм – основные качества, которыми должны обладать добровольцы. Волонтерский центр в Сочи был открыт еще до начала Олимпийских игр. С тех пор его деятельность не останавливается. Сейчас здесь обучают новых помощников, которые будут работать на предстоящих спортивных мероприятиях. Первое пройдет уже 28 марта. Волонтеры будут работать по трем основным функциям. Первая функция – это последняя миля, которая направлена на оказание помощи навигационной гостям мероприятия. Вторая функция – это транспортные волонтеры, которые будут работать на транспортных точках в периметре Олимпийского парка. И третья функция – это помощь при встрече делегации, а именно сборных команд по футболу России и Бельгии, а также делегации болельщиков из Бельгии. В преддверии встречи сборных России и Бельгии в волонтерском центре прошли двухдневные курсы. Волонтеров познакомили со спецификой работы на футбольном матче, а также рассказали основные правила безопасности. Всего в спортивном мероприятии примут участие 300 волонтеров. Среди них и Диана Мелконян. Ну, на самом деле, я просто очень активный человек, очень публичный человек. Мне очень нравится участвовать во всех возможных мероприятиях, особенно городских, показывать себя, помогать людям. Просто мне очень нравится быть активным человеком. Я готова помогать нашему городу в этом. В день проведения тестового футбольного матча между Россией и Бельгией Олимпийский парк посетят 40 тысяч болельщиков. Большинство из них в Сочи приедут впервые, поэтому помощь волонтеров придется как нельзя кстати. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ. Известный российский актер и продюсер Данила Козловский присоединился к команде послов чемпионата мира по футболу в России. Артист был представлен в этой роли 24 марта перед началом товарищеского матча между сборными России и Кот-д'Ивуара на стадионе «Краснодар». Почетный сертификат посла Козловскому вручил председатель Оргкомитета «Россия-2018», заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко. Данила Козловский отметил, что сейчас футбол в его жизни играет одну из главных ролей. Он как продюсер и режиссер снимает свое первое кино «Тренер». Это история о маленькой команде, которой предстоит совершить чудо. Финальная сцена фильма пройдет на стадионе «Краснодар». К другим новостям. ДТП со смертельным исходом. Сегодня утром в Сочи погибли женщина и ребенок. Автомобильная катастрофа произошла в завокзальном районе на улице Титова. По свидетельству очевидцев, иномарка Toyota Altezza, за рулем которой находилась 20-летняя женщина, в салоне 5-летний ребенок, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado. При заезде под эстакаду на Титова легковушку занесло на мокрой дороге, в результате чего и произошло столкновение с внедорожником. Женщина-водитель скончалась на месте. Пострадавшего ребенка спасатели деблокировали из покореженной машины и в критическом состоянии передали врачам скорой. Но спасти его не удалось.
удалось. 56-летний водитель Toyota Land Cruiser с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу. По словам очевидцев, Toyota Altea заехал на большой скорости, и женщина не справилась с управлением. Истинные же причины случившегося и все обстоятельства автокатастрофы сейчас устанавливают следователи. Продолжаем выпуск. Биг Бен, Эйфелева башня, Колизей. А в России подсветка тысяч известных достопримечательностей погасла в час земли. Экологическая акция проходит по всему миру в 10-й раз и объединяет 2 миллиарда человек. Она призывает людей проявить неравнодушие к будущему планету и в знак этого выключить свет на 1 час. В назначенное время в столице погасла подсветка архитектурного ансамбля Московского Кремля, Красной площади, собора Василия Блаженного, ГУМа и еще почти 1500 других зданий. В этом году главной темой акции в России стала экологическая ответственность. «Меняй себя, а не планету» – таков слоган «Часа Земли 2017». В этом году его поддержало рекордное число городов – более 150. По всей стране прошли велопробеги, концерты и другие мероприятия. В самом масштабном экологическом флешмобе мира по традиции приняли участие сотни и Краснодар. В краевой столице жители выложили свечи в форме символа акции «60 минут». 60 минут, которые люди посвящают своей планете, предпринимая меры для ее благополучия. А знак «плюс» – это призыв к участникам акции выйти за границы 1 часа и сделать еще один шаг ради планеты. Сегодня экологи выделяют 4 наиболее проблемных направления – сохранение водных ресурсов, чрезмерная эксплуатация почв, поддержание чистоты атмосферы и восстановление лесов. Изменить ситуацию отмечают организаторы акции «Всемирный фонд дикой природы» возможно, в том числе и благодаря символическому выключению света и бытовых электроприборов на 1 час. Несколько тысяч сочинцев вышли на уборку. В минувшие выходные состоялся общегородской субботник. За метлы, грабли и пилы взялись и сотрудники мэрии. Со всех улиц курорта был вычищен мусор, кронированы деревья и убрана сухая листва. Артур, мы еще мешки принесли. На уборку только улицы Крымская потребовалось несколько сотен мусорных пакетов. Силами сочинских единороссов и активных жителей придомовые территории наконец-то облагородились. Сотни килограммов мусора собрали только с этого склона. Склоны вроде как в заросли. Все это дело забрасывается. Обломки, мебели, доски, непонятные конструкции какие-то. Все думают, что это все заросло и никому не будет видно. Среди куч листвы и разного рода мусора немало было и опасных для жизни предметов. А ведь рядом с этими находками детский сад и спортивный клуб. Но почему-то основную часть местных жителей эта проблема не беспокоит. И они ждут, когда кто-то придет и уберет их улицы. Такую практику, когда одни захламляют, а другие за них вычищают, пора заканчивать, считают власти. Жильцы должны либо оплачивать уборку мусора управляющей компании, либо браться за метлу и грабли самостоятельно. А вот жители микрорайона на Донской можно брать пример. На субботник вышли и стар, и млад. И уговаривать жителей не пришлось, говорит Нина Ивановна. Поддерживаем чистоту ежедневно и ухаживаем за своей придомовой территорией. И каждый житель старается убрать у своего подъезда в палисаднике, посадить цветы, потому как они радуют глаз и украшают нашу жизнь. Чистота города прежде всего зависит от самих жителей. И правило «чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят» должно стать девизом каждого сочинца. В том, что недостаточное количество жителей выходит на субботник, я вижу прежде всего плохую организацию работы управляющих компаний, ТСЖ, домов с непосредственным управлением домкомов. Пока, как и в прежние годы, и в прежние месяцы, подавляющее число тех, кто убирает, это сотрудники, опять же, администрации района, администрации внутригородских районов. Это наши МУПы, это наши МКУ, МБУ. Такой практики, что на субботники выходят сотрудники мэрии, нет ни в одном муниципалитете. Кроме того, городские власти предоставляют весь необходимый инвентарь и технику для проведения уборки. Городские парки и скверы в Сочи ухожены. Проблема на частных территориях и во дворах многоквартирных домов. Поэтому город вынужден помочь такими субботниками. С завтрашнего дня по всем домам с проверкой будет ходить народный контроль. Он и выяснит, платят ли жильцы за уборку домоуправлению и куда уходят эти средства. В целом, по итогам прошедшего общегородского субботника ликвидировано несколько сотен тонн мусора. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.
Дом культуры в районе КСМ будет отремонтирован в этом году. Торги проведены. Администрация Сочи с подрядчиком уже подписала соответствующий контракт. Об этом и в целом о строительстве и реконструкции социальных объектов речь шла на встрече главы Сочи Анатолия Пахомова с его заместителем по строительству. Тему продолжит Ольга Десятова. Поселок Лао. Здесь на улице Астраханская возводят детский сад на 210 мест. Сейчас рабочие бетонируют фундаментную плиту, то есть приступили непосредственно к строительным работам. Им предшествовал сложнейший этап противооползневых работ. Участок сложный, перепад до 12 метров. Пришлось построить 200 погонных метров железобетонных подпорных стен. На сегодняшний день эти работы практически в объеме 90% завершены. У заказчика в данный момент не вызывают опасений, связанных с благополучным выполнением обязательств по срокам сдачи объекта в эксплуатацию, так и по качеству выполняемых работ. Строительство ведется даже с опережением графика. Пока рабочие трудятся в одну смену. А уже в апреле, когда начнется монтаж инженерных систем, добавится и вторая. В декабре этого года детский сад должен быть сдан. О том, какие еще социальные объекты сегодня возводят в Сочи, речь шла на встрече главы города Анатолия Пахомова и его заместителя по строительству. Если город строится и строится социальный объекты, значит, город живет. Хочу сказать, что начиная с 91 года и заканчивая 12 годом, к сожалению, в городе не построено было ни одной школы, ни одного детского дошкольного учреждения, ни одной поликлиники. Мы до прошлого года построили 5 общеобразовательных школ, порядка 19 объектов детских дошкольных учреждений. Тем не менее, острота и в школах, и в детских дошкольных учреждениях практически еще не снята. У нас на сегодняшний день в работе 3 объекта, которые строятся. Это верхняя веранда школы на 200 мест и 40 мест детский сад. Инженерные сети полностью подведены, кроме электроэнергии. По электроэнергии сегодня Кубанинерго занимается этим вопросом. Сам объект, строительная готовность, это порядка 70% по объекту. Никаких сбоев нет, работа ведется по графику. Уверенно мы можем сегодня говорить о том, что дети уже 1 сентября с верхней веранды из прилегающих сел пойдут в новую замечательную школу. Еще одна школа строится в Веселом. Она откроет свои двери для 400 детей. Ну а по школам на Мамайке и в Совет Кваджи направлены документы в край для включения их в федеральные программы. Не оставляют без внимания и объекты культуры. Так, в Адлере на улице Кирова художественная школа увеличится на 500 мест за счет ремонта соседнего здания, которое станет продолжением творческой мастерской. Этот объект был в замороженном состоянии много лет. И вот дело сдвинулось с мертвой точки. Ремонта, наконец, дождался и Дом культуры в районе КСМ. Мы, значит, 21 числа подписали контракт, подрядчик определен, торги состоялись. Подрядчик приступил к работе, план работы определен, финансирование объектом обеспечен. Поэтому в этом году работы там будут завершены. Зашла речь о состоянии набережной в Лао, пострадавшей в результате сильного шторма. Город уже заключил контракт на берегозащитные работы на сумму порядка 700 тысяч рублей. В середине апреля аварийно-восстановительные работы будут завершены, ну а уже после приступят к благоустройству этого важного для курортного Сочи объекта. Ольга Десятова, Николай Тихонов, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. В майские праздники в направлении Сочи пустят дополнительные поезда. Наибольшее число новых составов назначено на маршруте Ростов-Адлер с 27 апреля по 9 мая. Пик перевозок на маршруте придется на 28 апреля. В этот день из Ростова-на-Дону в Адлер отправятся сразу 4 дополнительных поезда. В другие дни 1-2 дополнительных состава. Также вводятся новые поезда на маршруте Минеральные воды Адлер. Кроме того, назначены дополнительные поезда на маршрутах Адлер-Москва, Адлер-Санкт-Петербург, Новороссийск-Москва. Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте РЖД в разделе «Пассажирам». В Адлере масштабно и весело отметили День работника культуры. Это работники клубов, кинотеатров, детских музыкальных и художественных школ, сотрудники музеев и библиотек. Мы приветствуем начальника отдела культуры Адлера. С праздником вас всех!
Гостей встречали не цветами, а сами цветы. Такие костюмы примерили на себя воспитанники Адлерского дома культуры. 25 марта отмечался профессиональный праздник работников культуры. Со сцены их поздравляли коллеги, детские, творческие коллективы. Те, кто обычно сами устраивают праздники, в этот раз стали обычными зрителями. Такая смена ролей бывает только раз в году. У нас такой прекрасный коллектив, что расслабляться нельзя. Приятно работать, и даже такая, что ли, марсианская жажда к творчеству. Я считаю, что профессия работник культуры очень важна и не просто несет заполнение досуга в массы, но и в первую очередь это просветители, это носители истории, основ духовности, нравственности и, самое важное, патриотизма. Работников культуры поздравил лично глава района и представители депутатского корпуса. Были вручены грамоты и ценные подарки. Наградили и победители конкурса, в котором принимали участие все 10 учреждений культуры Адлерского района. Благодарим своих сотрудников, которые у нас занимаются культура, за то, что они воспитывают наших детей, за то, что они несут эту культуру, именно культуру воспитания, культуру нашего бытия в жизнь. То, что мы оставим нашему будущему поколению, то, что останется нашим детям, то, что останется нашим внукам. А в фойе Дома культуры развернулась выставка творческих работ. Разные темы и разные жанры. Настоящие произведения искусства от декоративно-прикладного до серии фоторабот под названием «С музыкой в сердце». Елена Овсецна, Олег Кононов, телекомпания ФКТ. Женская сборная России по футболу выиграла молодежный турнир «Кубанская весна-2017». С 17 по 27 марта в Сочи проходил ежегодный международный турнир среди женских молодежных сборных по футболу. Спортивные баталии традиционно проходят на полях «Спутник спорта». Финал состоялся накануне на центральном стадионе. Женский футбольный международный турнир проходил уже в 14-й раз. В этом году участвовали в соревнованиях 8 команд, в их числе и сборная Краснодарского края. После проведения групповых этапов и полуфинальных битв в решающем матче за звание победителя молодежного международного турнира встретились сборные команды России и Белоруссии. В ходе турнира у сборной России поражений не было. На групповом этапе команда дважды сыграла в ничью со сборными Белоруссии и Румынии и одержала победу над командой Азербайджана. В полуфинале россиянки разгромили сборную Ирана со счетом 3-0. Основное же время матча финала Россия-Белоруссия завершилось со счетом 0-0, а в серии пенальти команда нашей страны была сильнее. Сборная России в финал турнира вышла в 4-й раз подряд. Победу россиянки одерживали уже 3-жды. Виталий Мутко назвал победу сборной России на футбольном турнире ожидаемой. При этом вице-премьер отметил, что нужно еще много работать, чтобы догнать ведущие сборные мира. Рената Шипулина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. В эти дни Сочи вообще живет футболом. Так, например, сегодня в городе одновременно за призы различных детско-юношеских турниров в разных частях курорта сражаются около 4000 юных футболистов, представители около 300 клубов со всей страны. В Сочи впервые разыгрывают Кубок весны. За ходом турнира наблюдала наша съемочная группа. Кубок весны – так назвали новый футбольный турнир среди детско-юношеских команд. Соревнования проходят впервые, но они уже собрали под своим флагом воспитанников ведущих футбольных академий страны. Среди них «Зенит», Академия футбола имени Виктора Понедельника, школа Леонида Слуцкого, футбольный клуб «Урал», «Лужники», «ЦСКА», «Черноморец» и другие. Ребята приехали со всей страны. Кстати, турнир проходит на базе отеля «Весна», которая помимо спортивных, тренажерных залов и бассейна располагает и прекрасным футбольным полем. Весна – один из самых спортивных объектов нашего города. Ну, первое, то, что здесь просто шикарная инфраструктура и замечательная восстановительная инфраструктура. То есть здесь дети могут, играя, еще получать оздоровление. То есть все в комплексе получается просто великолепно. Открытие турнира прошло в торжественной обстановке. Почетным гостем стал тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Магомедов. Это поле, рассказывает олимпийский чемпион. Вольники, которые и сегодня находятся здесь на сборах, часто используют для своих тренировок. Уже посмотрел одну игру
хоть маленькие дети 2007 года, но битвы такие ожесточенные на поле, поэтому пришли поддержать сборная команда по вольной борьбе, чтобы сделать напутствие молодым нашим юным футболистам. Первый турнир «Кубок весны» собрал 16 команд. Это неплохое начало. На поле выйдут игроки 2005 и 2007 годов рождения. Для них просто необходима соревновательная практика и вот такие выездные турниры, отмечают тренеры. Да, в первую очередь, конечно, это соревновательная практика для того, чтобы подготовиться и к своим соревнованиям уже, которые будут проходить у нас городские. С другой стороны, каждый турнир – это развитие ребенка. Поэтому в первую очередь мы оцениваем их игру, игру каждого игрока. Матчи в рамках Кубка весны будут проходить на территории отеля «Весна» до 31 марта. Кстати, во время турнира для юных футболистов будет организовано посещение товарищеского матча «Россия-Бельгия». Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.